друзья, всем доброго вечера. Сегодня мы приехали в Новгородскую область на вышке. Время 6 часов. Только сел. Вот у меня место оборудовано. Карабин с прицелом. Теплик взят. Теплая курточка, если что. Прохладает, но сегодня тепло. Суконка. Вот такое красивое поле. Сюда. Но мы его стрелять не стали, он был небольшой, а на другом поле был добыт медведь килограмм 180, крупный хороший медведь. Так что посмотрим, что будет сегодня. Опять у нас перекрыто все три поля. Так что занимаемся охотой потихоньку, осваиваем овсы, есть лицензии на несколько медведей, кабан. Ну тут мы гости, приглашенные, нас сюда пригласили, так что вот такие дела. Будем надеяться, что что-то выйдет. Да, главное не то, что что-то вышло, а чтобы вообще отдохнуть. Потому что с собаками я замучился заниматься пока на гонкой. Надо подустал денек хотя бы на вышках посидеть. Соответственно, можно здесь спокойно посидеть, поразмыслить о всяких делах. Так что вот так. Такая красота. Погода просто фарт, ветерочек. Сказка. Все, всем удачи. Ребята, ходите в лес, отдыхайте везде, на природе, на рыбалке. Только не сидите дома. Успеете в старости насидеться.